Продолжаю видео о том, как я познакомилась с французской медициной. Меня зарегистрировали в третьей неотложке, и приема я ждала где-то около часа. Для Франции это вообще ничего. На регистраторе меня забрала медсестра. Первое, что я поняла, что действительно во Франции лежат все в коридорах. Да, просто друг рядом с дружком, в проходе, лежат на кроватях, и все окей. Мне сперва тоже постелили в коридоре, мне дали пижаму, простынку и сказали, чтобы я оставалась, отдыхала здесь. Но потом выделили палату, потому что у меня ковид, и я могу заразить других. И да, сперва в палате лежала какая-то женщина под капельницами, но ее вытащили в коридор. Ну а потом начался самый интересный период перебывания в больнице. Я просто на протяжении нескольких часов смотрела в стену перед собой и слышала крики людей из коридора. В этом моменте вспомнила последнюю больницу, телевизор 30 каналов. Ну а когда я проголодалась, поняла, что в буфете пирожков нет, потому что буфетов не существует. Ну и водички тоже нет. Мне повезло, я была в палате, могла из-под крана попить. А и тумбочка для личных вещей — это ваша кровать.